Еще одно поздравление принимает ломоть Олег Лингинович из деревни Засетия Дятловского района. Любимого папочку, дорогого свекра и дедушку с днем рождения поздравляют сын Дмитрий, невестка Виктория, внученьки Полинка и Настенька. Тебя мы, папа, поздравляем и дружно всей семьей желаем. Пусть сердце старости не поддается и не страшат летящие года. Пусть радостно и счастливо живется, и пусть здоровье не подводит никогда. Пусть бодрость сохранится навсегда, а жизнь продлится долгие года. Здравствуй, отец. Так тебе рад. Сегодня день рождения у тебя. С чем мы поздравить я хочу? Знаешь, отец, я так горжусь, что ты такой у меня. Хочу, чтоб ты счастливым жил лет до ста, не зная, что такое грусть. Давай, родные, близкие и просто друзья, нальем и выпьем за здоровье отца, за моего отца, за то, чтоб наша мама нежной розой цвела. Отец, как строгим был, как из беды выручал. Я глупым был, тогда еще не понимал твоих забот, твоих тревог. Может, не стал на ту дорогу, что ты мне рисовал. Прости меня, но о другом я мечтал и струны на гитаре рвал. Давай помнить хорошее и не вспоминать о том, что где-то было как-то не так. Оставим это в прошлом. Твои. Для нас ты самый лучший в мире один, муж и отец, и добрый дед. За моего отца.